скидка. Thank you.
Хорошо. Прощаемся, я вас перехожу. А, хорошо. Что это было? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагатинский затон. Платформа справа. А под ответом сообщайте машинисту. Че-то он только что бибикал. Я не знаю, там что, все там замопали? Народу. Станция Рыбная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Печатинская. Платформа справа. Thank you.
открывается. Следующая станция – Текстильщики. Платформа справа. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Хотя вчера было их больше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Нижегородская. Переход на Некрасовскую и Московское центральное кольцо. Выход к железнодорожной станции Нижегородская. Thank you.
информация. Да, двери открыты были. Станция авиамоторная. Да, на точно. На Калининскую линию. Жуков, железнодорожная станция авиамоторная. Ой, это обманывает немного. Да, добро пожаловать на авиамотор. Вот, он сразу не закрывается, следующая станция. Допустим, там от Калининской линии, вот. Чисто как поправить L4. Я тебя знаю, что Thank you.
СТД. Да, у меня есть МВП. А YouTube канал сказал ему? Нет. Жаль. Прикинь, человек, который на параде сейчас спрашивает на репетиционную съемку. Я бы прикалывался бы. Я такой, чего? На параде поездов нафиг. Да. Это фотофестиваль. Когда бы отправлялся бы со станции. Осторожно. Человек добежал. Молодец. Следующая твоя. Да. Потом я на еже буду. Тоже в голове будет? Думаю, да. Потому что, смотри, я вот с Мариной, ну, вообще начал снимать. Но я доеду в первом вагоне на Хорошевке, потом перейду в соседний вагон. То есть я хочу на нем заснять полный клуб в каждом вагоне. Да. Короче, я думаю, что я буду в соседнем, потому что там, ты понял, такие плотки стоят. Это, короче, мое любимое место. Это Тихонов. Или я думаю. Не он. Thank you.
Черт. Ну и фигово видно. Прикинь, какой популярный самолет.